Друзья, всем привет! Меня зовут Рая, и я рада вас приветствовать на своем канале про вязание «Рая вяжет». Давно меня не было на канале, простойчик такой на канале был, и вот сегодня я решила немножечко с вами поболтать и ответить на вопросы тега. Тег называется «Предпочтение вязальщицы». В общем, ссылочку на автора тега и все вопросики я оставлю под видео, да, в инфобоксе. Нажимаете кнопочку «Еще» и переходите. Так, что я вяжу для начала, да? Я вяжу шарфик сыну. Ну, кто меня смотрит, те знают, что у нас такой целый комплект, свитер, шапка, и вот еще шарф сейчас довязываю, в общем, вывязываю вот такие мелкие остаточки, у меня остались, в общем, и все, и шарфик у меня будет практически готов. Так, ладно, давайте приступим к вопросикам. Всего в теге 12 вопросов, и первый вопросик звучит так. Какие изделия вы чаще всего вяжете? Женские, мужские, детские, аксессуары, игрушки или другое? Почему от нужды нравится вязать или другое? Так, чаще всего, что я вяжу. Ну вот если, девчонки, взять за последнее время, вообще, да, вот как последние месяцы, можно так сказать, я в основном вязала сыну и вязала мужу, да, мужу тапочки, вот сыну со свитером тут все разбиралась, с шапкой, вот две шапки сыну связала, да. Вот как это сказать? Это я больше назову мужское, да, потому что сын у меня, ему 13 лет, но размерчик у него не 13-летнего мальчика, а размерчик у него уже взрослого мужика. Так что я считаю эту одежду мужской. А если вообще по жизни взять, то я вяжу все, да, нет такого, что чаще что-то я вяжу, по-моему, да все. Вот если вот тут игрушки написаны, то игрушек я вяжу меньше, да. Я и женское вяжу, и мужское вяжу, и детское. А вот игрушки, вот это да. Вот если только на заказ, да, и дочка вот просила недавно пингвинчика. А так, все в основном и женское, и мужское, и детское. И вот вопрос, почему от нужды нравится вязать или другое? Заказы. Это были и заказы. Кстати, заказов я сейчас стала меньше брать, да. Во-первых, да, и тут, ну, что уже, что закажут, то и вяжешь, да. Ну, и потом, если что-то понадобится, естественно, там, для себя, для дочери, то, естественно, свяжем. Ну, и нравится вязать все, что я вяжу, мне все практически нравится вязать. Если мне не нравится, то я просто не вяжу. Вот у меня недавно совсем вот заказчица, я вязала шапку с шарфиком, да, из Alize Lana Gold Plus. А, Alize Lana... Alize Super Lana Maxi, вот. В общем, я вязала, и потом она мне дала свою пряжу карачаевскую, эту дешевую. Связать еще варежки под этот комплект, да, тоже серый цвет один и тот же, в принципе, дала. Я вязать, девчонки, не стала, потому что я вот именно с этой пряжи вязать просто не хочу. Если не нравится, то что вязать, да, будешь просто... ну, как из-под палки это делать, ну, зачем это надо, да, это и ни душу не вложишь, ничего, и, в общем, это я считаю, что такие вещи и носиться не будут. Вот, так что я просто, я сначала думала, что свяжу, но потом уже просто сказала, что я не могу вязать именно с этой пряжи. Давайте с нормальной пряжи, с варганью вам эти варежки, я... нет проблем. Второй вопрос, что бы вы хотели вязать больше всего? Так, ну вот на этот вопрос у меня конкретного даже ответа нет, не знаю. Все, наверное, да, если вот это нужно, если вот, допустим, нужно вот что, буду... Так, подождите, по-другому ответ поставлю. Вот если нужно, допустим, я вот, допустим, вяжу что-то себе, да, и вот прям понадобился мужу, да, вот, допустим, я вяжу себе там какую-то кофточку, допустим, и моему мужу, допустим, понадобилась шапка, вот край. Знаете, с удовольствием свяжу. Вот если нужно человеку это, да, то я с удовольствием свяжу. Вот мне не нравится, я не люблю вязать, вот, допустим, да, вот вяжу, допустим, также в подарок. Вот скажут мне, давай свяжем то-то в подарок, да. Я связать-то свяжу, но я просто не знаю, нужно будет в подарок это человеку или нет. Вот это я так вот не люблю вязать. А то, что мне нужно, и тут меня уже не значит, хотела бы это не вязать, не хотела бы, да не знаю. Вот если... я вяжу, и я знаю, что этой вещью будут пользоваться, я это хочу вязать. Вот так вот я отвечу на этот вопрос.
Так, вопрос третий. Какие аксессуары, спицы и пряжу используете чаще всего? Так, аксессуары. Это, я так полагаю, маркеры или что в вязании? Ну, маркеры, да, использую. Спицы. Номер спиц, наверное, да. Но спицами вот в последнее время чаще вяжу спицами толстых номеров, да. 3,5 и выше, да. Но ну и нет такого, что я какие-то там чаще спицы использую. Я практически, у меня все бывают в обиходе идут. Одними повязала, взяла другие, потом эти полежали, снова их же взяла. Ну, нет, у меня такого нет, что что-то я там использую чаще всего или не чаще. Редко использую крючок. Вот крючок использую, наверное, чтобы кончики спрятать. Редко я вяжу крючком. В основном спицами. Ну и кто меня смотрит, те знают, что с крючком у меня дружбы нет. Крючком вяжу хорошо, но дружить я с ним не дружу почему-то. Вот. Ну, а пряжу в основном полушерсть использую. Ну и все, наверное. Вопрос четвертый. Как со временем изменилось ваше отношение к вязанию? Так, вот знаете, изменилось на самом деле. Когда я была молодая, ну, как сказать, я и сейчас не старуха, но молодость, да, юность, скажем так. Я бывала, что я вот начну себе вот кофточку какую-то вязать, водолазочку или что-то, да. Вот был период, вот 20 лет, когда 25 даже, да. Вот начнешь что-то себе такое вязать, прям с таким азартом вяжешь, 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 вот спинку связала, все классно. А потом все. Вот просто не хочешь вязать, так вот это надоело, все, я это забрасывала. У меня почему-то не было дальше желания двигаться. Сейчас у меня такого нет. Мне наоборот хочется довязать. Если я устала от проекта, я его отложу там на какое-то время, там на день-два, да, повяжу что-то другое, мелочь какую-то. И сейчас для меня вязание, наоборот, это как отдых. Даже в свое время у меня вот когда-то было, да, что это вязание для меня как повинность какая-то, что ли, была, что это вяжешь, потому что надо. А сейчас у меня такого нет. Я с таким удовольствием вяжу, и мне это очень-очень нравится. И вот это правда, вот это изменилось. На самом деле изменилось само отношение к вязанию. Это я сейчас прекрасно понимаю, да, какие я классные вещи создаю. Сейчас, ну, возможно, сейчас это еще больше с опытом. Тогда в то время у меня еще опыта такого не было в вязании, да. Сейчас я достаточно хорошо, я считаю, вяжу, да, и многие техники знаю и умею. А, так что вот так, да. Сейчас вязание для меня реально удовольствие и отдых. Некоторые там считают, что вот у меня даже некоторым в деревне там дико. Я говорю, все, вот если что-то там, допустим, какое-то время не вязала, говорю, все, я беру выходной, целый день вяжу. В смысле выходной день, и ты вяжешь? Я говорю, да, для меня это отдых. Я отдыхаю, и это для меня на самом деле выходной день. Так что вот такое сейчас мое отношение к вязанию. Вопрос пятый. Самый любимый и нелюбимый момент в процессе вязания. Так, ну, наверное, самый любимый момент, это когда ты начинаешь вязать, да, ты уже... Нет. Даже не то. Сам процесс, когда ты только начинаешь вязать, вот самый любимый момент. И ты представляешь, да, вот ты набираешь петли, представляешь, что будешь, и уже потом, в самом конце, когда ты видишь результат. Это да, вот особенности, когда ты видишь результат, это на самом деле, это классно. И когда ты видишь, что классно сделано, классно связано, ну вот это самый любимый момент. А нелюбимый момент... Ну, не знаю даже. Ну, наверное, кончики прятать. Вот как сейчас со свитером сыну связать, связала. Проще мне было его связать, чем сейчас заставить себя спрятать кончики. Вот это, наверное, да, это нелюбимый момент. Ну, а так вообще в процессе вязания люблю все. Вопрос шестой. Что выберете в качестве подарка? Пряжу или деньги? Предпочтете сами выбрать пряжу или будете рады любой пряже? Так, ну, знаете, вот, смотря какой момент. Пряжу или деньги? Нет, пряжу, конечно, да,
пряжу предпочту, но бывает, что если подарят, вот там, допустим, карачаевскую, да, лучше бы деньги тогда подарили. Я бы купила бы пряжи поменьше, но по нормальной, да. Ну, вот так вот скажем. Так, предпочтете сами выбрать пряжу или будете рады любой пряже? Ну, вот, наверное, и есть этот ответ, да, что тогда уж лучше мне выбрать самой, подарите деньги уж тогда, да. Если вы не знаете, не разбираетесь в пряже, то лучше подарите мне деньги, я сама, естественно, куплю себе эту пряжу. Ну, а если человек в пряже разбирается и более-менее знает, из чего я вяжу, то, конечно, я буду рада, потому что я знаю, что пряжа будет очень хорошая. Вот так вот я отвечу на этот вопрос. Вопрос седьмой. Если бы для вас арендовали помещение под магазин, помогли с ИП и дали деньги на все необходимое, что бы вы продавали? Пряжу, готовые изделия или другое, или вообще отказались бы от подарка? Так. Ну, знаете, я даже представить этого не могу. Во-первых, надо это вот попробовать, да? Пряжу, магазин. Ну, знаете, вот у нас бы, наверное, нет. Я бы не стала ни пряжей бы не торговать, ни тем более готовыми изделиями, потому что в нашей глуши, как говорится, Тиму Таракани, да, здесь готовые изделия мало кто купит. Малые, вот единицы буквально, те, кто могут себе это позволить, таких людей мало здесь у нас. Пряжу, у нас пряжа вот продается, там вот два магазина есть или три в райцентре, и этого вполне достаточно. Ну, а вот если чем-то другим, то, возможно, и занялась бы. Но от подарка бы, конечно, бы не отказалась. Как есть выражение на халяву и уксус сладкий. От подарка бы нет, не отказалась, но, наверное, не стала бы торговать пряжей и готовыми изделиями, потому что ж, если уж помещение тебе дали, то за помещение это же все равно надо будет налоги платить. И даже и за ИП нужно будет налоги платить, и нужно, чтобы, если уж тогда ты такое дело затеяла, нужно, чтобы это дело себя окупало. Даже если и налоги, и так далее, и тому подобное. Нет, вот с вязанием здесь и с пряжей точно не прокатит. Вот. Ну, конечно, да, вопросик интересный. Но от подарка бы точно не отказалась. Вопрос восьмой. Работы каких вязальщиц вам близки по духу? Увидев готовое изделие, вы точно сможете сказать, я бы точно такое связала. Так. Девчонки, есть, да, такие вязальщицы. Есть Наталья Савицкая, канал Наталья СВ. Я, когда увидела ее мастер-класс, все началось, мой канал начался именно с Натальи Савицкой. В общем, был у нее тогда кардиган ландыш. В общем, я начала вязать этот кардиган по ее мастер-классу. Я тогда ее увидела, я поняла, что я этот кардиган свяжу. Единственное, что я связала кардиган тогда все точно по ее мастер-классу, но я сделала росток и сделала удлиненную спинку закругленную, да, то есть укороченными рядами связала. Вот, и вот именно тогда с ее канала, вот именно с этого кардигана по ее мастер-классу все началось. Я тогда решила, что я довяжу этот обязательно кардиган, когда сразу же сделаю, открою свой канал на YouTube. Вот. Так что Наталья Савицкая. Дальше у меня идет Алена Паращенко. У Алены много всяких интересных вещей, и я вот все хочу связать эту кофту по ее мастер-классу, экспресс-мастер-класс, по-моему, серая кофта у нее такая, на завязке, на пояске была связана, ну, даже как кардиганчик такой, ну, прикольненькая такая, лицевой гладью, возможно, да, я когда-то в будущем себе такую штучку свяжу. Дальше идет Наталья Емельяшина. Я, девчонки, вот называю девчонок, да, по мере того, как я с ними знакомилась, кого узнавала раньше. В общем, первая у меня была Наталья Савицкая, потом у меня стала Алена Паращенко, потом у меня пошла Наташа Емельяшина. Все ссылочки, девчонки, буду оставлять под видео. И по мастер-классу Натальи Емельяшиной я вязала шапку с этой сионной фирменной косой. Кстати, классный, я сейчас этот комплектик ношу, темно-синий свой.
Вот, ну и девчонки, последние, с кем я познакомилась, так, которые, вот как мне кажется, девчонка близкая по духу, это Алина. Канал Алина вяжет. Знаете, вот я не знаю, у нее такие вещи, и вот знаете, она вяжет все вот эти араны, да, все, что вот я люблю, именно вот эти косы, араны, не тупо лицевая гладь одна там или платочка, да, скучно это все-таки, да. И вот, знаете, я вот мечтаю, у Алины есть мастер-класс по худи мужскому, она вязала для своего мужа, кстати, сейчас она вяжет еще на заказ точно такой же худи, да. Я хочу такое худи связать, но не мужское, не для мужчины, а для себя любимой. В этом году у меня не получится, но я вообще планирую это худи вязать летом, чтобы у меня уже на зиму было, вот на следующую зиму для себя было это худи. Вот прям хочу и все. Почему у нас сейчас какая разница, мужское, не мужское? Да? У нас сейчас и женщины могут одеваться точно так же, как и мужчины, ничего в этом плохого нет. В общем, я хочу это худи для себя связать. Но сейчас, понятно, времени нет, но думаю, что летом все-таки я выделю времечко себе и буду потихонечку повязывать это худи на следующую зиму для себя. Так, ну вот так вот я отвечу на вот такой вот вам вопрос. И сейчас 9-й вопрос. Посоветуйте 5 вязальных YouTube-блогеров, которые вам нравятся, но на ваш взгляд они не очень популярны. Так. 5 блогеров, но которые не очень популярны. Ну, вот знаете, есть блогер, я вот что-то только один блогер у меня, ну, как вертится на языке, это, как же, Рейнгерла, как же ее зовут, Ольга, Оля, по-моему, представляете, забыла, как зовут, ник Рейнгерла. Вот у нее, по-моему, что ли, 4000 подписчиков. Ну, вот я почему-то думаю, почему так мало подписчиков. Девчонки, я не помню, как зовут ее, да. В общем, я оставлю вам ссылочку тоже под видео. Ну, вот я просто посмотрела, по-моему, 4000 подписчиков у нас совсем недавно в Инстаграм где-то посетила. Я, честно, я так удивилась вот после того поста. Мне она так нравится, она такая классная. И думаю, чего так у нее мало подписчиков. Вот мне, правда, показалось, что, ну, мало подписчиков. Я, конечно, не знаю, сколько времени ее каналу. Я не заходила, не смотрела и не обращала внимания. Но почему-то мне кажется, что она такая уже... Ну, такая прям блогер-блогер, знаете, она мне так нравится. И вот тут вот я честно удивилась, почему у нее мало подписчиков. Вот. Ну, а так, по-моему, больше таких вот я так никого и не знаю. Или, может, не подписана пока еще на таких, да, у кого... Или не обращала просто внимания. Я, потому что всех, на кого я подписана, я всех регулярно смотрю. И вот... Не знаю, ну вот честно, удивило меня вот в последнее время, по-моему, Оля все-таки, да, Рейнгерла. Вот. Так что, ну вот а 5 человек я не могу назвать. Знаете, вот могу еще второго блогера назвать. Это не вязальный блогер. Это хомяк компьютерный, с которым я обучалась, да, как заводить свой канал. Вот все изначально, я до сих пор на него подписана. Не пропускаю ни одного его стрима. В общем, оставлю ссылку тоже на него. Мне кажется, у него мало подписчиков. Он такой прям трудяга. Его, по-моему, Роман зовут. Прям трудяга парень, да. И вот, ну, подписчиков я считаю, что у него все-таки маловато. Он так все доступно. Он бывает, что просматривает каналы, да, вот. В прямом эфире прямо просматривает каналы, показывает на твои ошибки. Вот там, допустим, напишешь, вот почему я так вот так все делаю, и вот у меня подписчики никак не копятся. Он прямо в прямом эфире заходит к тебе на канал, все полностью перешерстит, у него там какие-то специальные программы, смотрит, тегов у тебя нет того, у тебя описание канала написано неправильно, то-то у тебя не так, смени шапку на главной странице там или что, в общем... Он все прям по полочкам разложит, ну, я не знаю.
Я его просто обожаю. Вот, девчонки, вот у него тоже, мне кажется, мало подписчиков. Не помню сколько, но там что-то. Я последний раз смотрела около 20 тысяч, что ли. Ну, мне кажется, маловато. Он такой. Молодец. Вот, ссылка тоже под видео будет. Так, и дальше идем. Вопрос 10. Как вы относитесь к тому, что блогеры рассказывают о своей личной жизни? Вы стали бы делиться такой информацией? Так, знаете, вот мне кажется, сразу... Так, подождите минуточку, у меня тут что-то все. Мне кажется, сразу о своей личной жизни никто ничто не скажет, да? Если уже постепенно знакомиться со своими подписчиками, я вот даже по себе скажу, так я даже не замечаю, как некоторые вещи здесь сказала. Потом уже пересматриваю видео, ну, сказала, да и ладно, сказала. Просто что я считаю, что каждый блогер скажет ровно столько, сколько он может сказать, да? Так что, ну, я к этому отношусь вполне себе нормально. Если кто-то не хочет, да, что-то слушать из личной жизни, ну, пропустите, перемотайте, что там, как-то. Есть, конечно, такие блогеры, которые прям все прям расскажут, чё почём, как у них, ну, это, конечно, это пыш. Вот, ну, а если что-то там где-то вылетело, незначай сказалось, ну, ладно, поделились, да вроде поделилась, так и легче как-то самой стало, да. Пускай хоть и по секрету всему свету, ну да ладно. Так что, ну нет, конечно. Почему бы и не сказать, да, что там. Даже бывает, вот знаете, есть, вроде ты что-то не говоришь, да, но вот есть вот как-то бывает, что просто задают уже сами вопросы, да. Вот те же подписчики, зрители, да, и начинают раз, другой, третий, четвертый, пятый, десятый говорить этот вопрос один и тот же, перетирать, перетирать. Ну, просто блогер не выдержит и скажет. Я вот недавно смотрела влог Марии ВД, и она там отвечала на вопросы, и, в общем, в самом конце у нее там тоже вот задавали вопрос там по поводу мужа туда-сюда. Она просто ответила, да, так-то, так-то, все, давайте больше этот вопрос закроем, да? Просто есть такие люди, которые человек не ответил, и они давай бомбить, раз, второй, постоянно, постоянно. Но она ответила, и думаю, что сейчас ее оставят в покое, ну просто это на самом деле. Она еще так спокойненько, я бы, наверное, так спокойно не смогла. Я бы рявкнула. Вот. Человек человеку разница, как говорится. Так что вот так вот, девочки. Думаю, что ничего в этом страшного нет. Ничего ж такого там зазорного и не рассказывается, да? Хотят рассказать, почему бы и не рассказать? Может, человеку просто хочется поделиться, да? Так что почему бы и нет? Вопрос 11. Отписываетесь ли вы от блогеров и по каким причинам? Так, да. Изредка у меня бывает, что я наподписываюсь, но потом я чищу, да, свои подписки. Ну, не знаю, там очень редко, но бывает такое просто, что я подпишусь на человека, а потом видео редко и, в общем-то, и ничего такого там интересного не рассказывается, да, то... Но я отписываюсь. Там бывало, что... На таких блогеров подписана была несколько раз у меня было, что я зацепила меня какое-то одно видео, я думаю, вау, классно, дай посмотрю его, подписалась, думаю, что дальше будет интересненько. И потом видео два раза в месяц, вот так вот, два раза в месяц видео, и ничего там интересного и не показывается, не рассказывается, и получается все эти два раза одно и то же перетирается. Ну, такое мне смотреть не интересно, да. В общем, я пропускаю, ухожу. Если вот даже вязальный блогер отписалась, естественно, я от этого блогера, не буду, конечно, называть имен, да, блогер, потому что начинающий тоже был, да. И, в общем, вязала девушка свитер, и вязала этот свитер 2 месяца, девушка этот свитер 2 месяца вязала, и ничего, кроме этого свитера, она больше не вязала, и все 2 месяца что-то там, она несколько видео всего за эти 2 месяца выложила, и все про этот свитер. Ну, знаете, мне так честно достало смотреть про этот свитер.
Я отписалась больше. Просто думала, ну, может, такой свитер, что прям, ох, а в принципе, в том свитере ничего такого классного-то и не было, да? Ну, не знаю, просто, может, человек такой, что для нее это прямо, ах, какое, да, она связала, но для меня это, ну, не фонтан, как говорится. Я отписалась, и 2 месяца перетирать этот свитер, ну, честно. Просто, что я вяжу свитер, вот я по себе просто сужу, может, и жестковато я так этой девушке, да, я вяжу свитер, я знаю, что у меня этот свитер рано или поздно достанет, что я между делом все равно хотя бы шапочку или какие-нибудь носочки свяжу. А тут просто один свитер до 2-то месяца, ну, конечно, да. Это пыш. Так что вот так вот. И последний, девчонки, вопрос. Как относитесь к платным описаниям и мастер-классам? Вы бы купили, а может, сами продаете или планируете продавать? Так, девчонки, я никогда в жизни не покупала мастер-классов. Я даже не знаю, честно, что это такое, да. И знаете, сама продавать не собираюсь, конечно, пока, да, и не продаю. Вот. Но просто, знаете, я поглядываю на некоторые модели. Вот девчонки вяжут. Тут я просто смотрю на Олю Северное вязание. Она такие классные вещи вяжет. И все по описаниям. И вот девчонки говорят, что ты просто вяжешь, получаешь удовольствие. Тебе не нужно заморачиваться там с расчетами или еще с чем-то, да? Просто вяжешь все как по описанию. Все. Я вот честно, вот хотелось бы мне, конечно, связать вот что-нибудь по какому-нибудь описанию, да? Но у меня пока не поднимается рука потратить на это денежки. Я подписана в Инстаграме и в Инстаграме, и на Ютубе подписана на Юлию Имукину. В общем, у нее профиль в Инстаграм называется «Свяжи сама». Она вяжет очень классные вещи. И вы знаете, мне запал в душу вот этот халатик ионный. Ну, прям классный халат. Но цена, конечно, этого мастер-класса, ну, вот меня прям жаба душит. Я не знаю, я вот смотрю на этот халатик, он классный. Можно, конечно, его и самой додумать, да? Но мне пока не получается. Я вот не знаю, возможно, я когда-то созрею и куплю я этот мастер-класс по этому халатику. Ну, правда, классный. Вот. Так что... А так, против мастер-класса платно, конечно, ничего не имею. Просто не каждый может взять тут сесть с расчетами. Для меня когда-то тоже расчеты эти были проблема. Да и сейчас бывает, что напортачу, начну вязать вот так же со свитером для Тёмыча, да. Неправильно расчеты сделала, пришлось все равно распускать достаточно много. Ну, на своих ошибках учатся, конечно, да, но иногда, возможно, и хочется сесть и повязать, и ни о чем не морочиться. Так что вот так вот. Возможно, когда-то в будущем я и куплю какой-нибудь мастер-класс себе, если моя жаба меня душить перестанет. Вот так вот. Ладно, девчонки, на этом все мои ответы на вопросы этого тега. Надеюсь, вам понравилось. Кому понравилось, поставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Всем огромное спасибо за просмотр. И, девочки, всем пока-пока.